Атаман Еспорт против команды NG Gaming полуфинал Нижняя Сетка, дорогие друзья, для вас данный матч будет комментировать вак Studio. У микрофонов пара комментаторов. Меня зовут Антон Тоник Милищук, со мной работает мой коллега Дмитрий Рико Мейнерт. Всем привет, ребята! Спасибо, что посетили наш стрим и продолжаете его смотреть. Сегодня мы смотрим еще одну игру. Это уже полуфинальная игра Атаман Еспорт NG Gaming. Ну что ж, ножи еще продолжаются, тут NG Gaming ждут своего пятого игрока. Атаман Esports не против. Ожидаем пока что. Ну что ж, да, тут же ребята пошли попросту друг другу навстречу, ждут, не идут в бой, ждут своего последнего оппонента. Таким образом, попросту помогает своему противнику не ставить паузу, и в этом есть доля дружелюбства. Это хорошо, когда две команды ждут друг друга, это очень мило. Да, ну что ж, лекстер подключается к нашей борьбе, к нашему серверу. И ждем итогов ножевого раунда. Но вот, мне кажется, атаманам даже можно было бы и забирать ножевой раунд без этой борьбы, которую мы с тобой наблюдали. Попросту NG Gaming могли бы отдать ножи. Но, тем не менее, атаманы справились и так. Что ж, будем ждать пистолетного раунда. А теперь же, давай поговорим о составах команд. Атаман и Esports. У нас же Китанов, Тафикс, Бронсон, Гива и Данила. Что? касаемо команды NG Game, тут же Шудинг, Лайхтер, Анкинд, Феникс и Кливик. Ну что, перезапуск матча. Лайф, лайф, лайф. Посмотрим, что покажет команда Edge Gaming против Atomon Esports, так как мы знаем, как играют эти ребята на кэшу. Интересно, покажут ли они что-нибудь новое. Подготовочки, может, заготовочки какие-нибудь есть от Аманов и Спортс. Но также не забываем о NG Gaming. Я думаю, они тоже покажут очень достойную борьбу против этой команды. Пистолетный раунд начинается уже прямо сейчас. Бронсон откидывает Хае под позицию Б-сайда, Не самая лучшая граната. А подождал бы буквально секунду, и она уже имела бы большего успеха. Анкин закопал бронзу, но ребята идут дальше, что на паровоз. Китанов минус головам Ничего не смог сделать против своего оппонента. Бомба будет ставиться в этом раунде. И уже NG Gaming первые, первые палки в колеса для атаманов eSports Зашли как нож масла масло, я бы сказал Просто в пятером зашли на плент И теперь выбивая для контрсеристов это будет очень сложно Лекстер уже делает минус по Данилу Тут же Тафикс уже в спине И ему в спину настреливает шутинг Но ну, он кайнд занимается расстрелом Тафикса и первый раунд для NG Gaming. Неплохая пистолеточка в исполнении этой команды. Атом Esports не были готовы к такому натиску противника. Да, вот тут же парни действительно попросту не были готовы. Были, была агрессия от э, игроков атаман. Но, тем не менее, агрессия не была оправдана. И тут же укрепление позиции б сайда В свою очередь, NG Gaming думают, что же им делать. Но надеялись парни пойти по фасту на позиции а сайда И в этом случае они угадывали бы на все 105%. Ну, вообще, ребята остаются, будут что-то придумывать под мидом. В принципе, просто контролируют карту. Но пока что никаких активных э, решений не предпринимают. Контртеррористы застакались на Б, будут принимать в 5 лиц. Террористы пока что аккуратненько просматривают мидл. Лекстер никого не видит. Но... Пока что все неоднозначно. Данила забирает своего оппонента. Лекстер немного ранее делает эндри килл по своему оппоненту Бронсону. Но, тем не менее, на позиции Апланта абсолютно никого. Анкин, скорее всего, уже это понимает. Дает инфу для своих тиммейтов. И парням необходимо попросту поставить бомбу и играть уже на живучесть своих тиммейтов понятное дело, есть уже, скорее всего, информация, что это А. После поставленной -то бомбы Китанов будет перестреливаться с Лекстером. Он на хелпу он с машины. Флешка откидывается. Китанов не флешится. Попытался забить, добить своего оппонента. Лекстера убивает. Тут уже втроем выходит на перестрелку с онкайндом. Он прячется. Будут тянуть время, ребят. У Данила есть АК-47. Даже не знаю, будут ли они выбивать, либо сейвить. Мне кажется, здесь нужно Данилке сейвить, всем остальным попытаться выбить. Времени нет, китов тоже нету. Пара пистолетов и один АК-47. Все, что имеют в своем активе атаманы. Ну что ж, начало не самое благоприятное. Ранее мы видели довольно-таки грубую игру от этих парней с первых раундов. Ну а сейчас же уже фортно ну, от них отвернулась. Данила не бывает своего оппонента. Тем не менее, 2-0. Смотрим за атаманами. Как я полагаю, NG Gaming будут забирать в свою пользу уже прямо сейчас третий раунд. И возможно, на первом девайсе атаманы смогут дать о себе знать. Посмотрим. Пока что пистолетка это просто, как бы, ну знаешь, команды к себе привыкают, привыкают к их игре, к скиллу. И пока что пистолетка это просто такой начинающий э, раунд привыкания к друг другу. Уже Лексор, тем не менее, делает два хедшота по Китанову и Гиве. Уже третьего допушил. Тафикса тоже забирает. Господи, что этот парень творит? Добьет, может, четвертого еще, а, Лекстер? Воу, забирает, забирает он четвертого. Залетает у него пуля по голове. Анкин. необходимо парню выживать. И это минус 4 от Лекстера. Кливик делает последний килл в этом раунде. 3-0. Уверенная заявка от команды NG Gaming. Лексер вышел, сделал минус 4 и ушел победоносно. Хотел еще на нож посадить последнего, который был в коннекторе, но Тиммейт не дал ему Эйста сделать такой. Да, не, заш... не зашла ситуация, вот здесь же Лекстер показал себя как истинный атаман. Ну что же, Тафикс, Тафикс и твой друг Данила, вы вдвоем в мидле, Хелпы. попросту нет кого ожидать. Смотрим за бустом от команды атаки, тут же ответный буст есть, Данила! Анкин делает первый килл, второй килл по Тафиксу, и что ж, неужели это 4-0? Как будто онкайн был готов к этому, скорее всего, есть была информация, что там буст, просто по хэдшоту раскидал всех онкайн. Выход на мидл от террористов, бомба также на мидл перемещается, скорее всего, даже непонятно, куда пока что террористы собираются, но тут уже контртеррористам просто остается пушить. Есть информация от Бронсона, что это будет Б, поэтому два... 2... Контртеррористы остаются на Б. Китанов будет с Гивой принимать. Тут уже Китанов делает один минус. Есть информация, что выход. Гива делает еще один минус. Тут же Китанов продолжает. Не, не хватает пульта, да, чтобы убить последнего... Нет, чтобы Феникс убить. Тут 8 хп у Феникса остается. И Гива добивает его гранаты. Красивая информация прошла сейчас. Откинутая Хаеха. Минус Феникс. Остается один онкайн на пленту. Ну что ж, Uncle пока что действует через City Spawn. Гива играет на капле. О нем есть информация, но, скорее всего, уже Uncaient будет работать по ней немножечко попозже. Тут же Китанов спасает свою команду. Первый раунд за атаманами. И у парней был полноценный провал. В этом раунде. Казалось бы, имели они два. Врага в преимуществе, но тем не менее пятый раунд для них начинается не самая благоприятная новости. Форс раунд э, даже лектор закупил для себя АК-47, наверное, парни попросту не договорились, что будут делать по итогу четвертого и в начале пятого раунда. Теперь Томаном остается взять эти три э, два раунда, чтобы э, счет был равен. 3-3. Но тут уже террористы просто резко пушат через мейн. Зашли. Уже размен появился. 4-4. В 3-4 уже ситуация. Тут спину шутинг настреливает. Аффикса убивает. И будет ретейк. Уже ставится бомба от NG Gaming. АВП начинает вместе со своим тиммейтом выбивать. Но, тем не менее, Китанов, дать для него 2 кило это вовсе не проблема. Как два пальца об асфальт, а Лекстер действует с коннектора. Понимает то, что бомба уже дефьюзится. А второй раунд идет за командой Атаман Спортс. А у NG Gaming были все шансы для того, чтобы взять в свою пользу. Также и четвертый поинт. Ну что ж, тут же Лекстер наказал Данилу. Шестой раунд, дорогие друзья. NG Gaming будут иметь деньги для того, чтобы закупиться как-никак. Но постепенно парни будут собирать для себя экономику. Выходить в отрыв от своего оппонента. И посмотрим, что же у них получится. Пока что атаманы серьезно восприняли заявочку NG Gaming 0-3 и решили просто добить, чтобы был ровный счет. А там дальше уже посмотрим. Тут же Данил на меду с Лекстером перестреливается, перестреливает, убивает его. Уже ситуация в 4-5. Есть одно ВП у Бронсона. Ну что ж, Гива. Гива играет довольно-таки актуально. Снова на капле есть первый килл по игрокам команды атаки. Не самый, не самый лучший итог, но вот Анкин здесь же прочекал своего оппонента Данилу под бустом. Парень такого попросту не ожидал. Сейчас же шестой раунд по счету, он табло 2-3 и атаманы. Парни хотят выйти на временную ничью. Бронсон, первый промах с АВП, второй даже уже был промах этого парня. Шутинг наказал своего оппонента за такие вот ошибки. Больше парень такого не допустит. Тафикс отыгрывает нас на шарте отыгрывает уже за будкой. Но в тот же самый час игроки атакующего коллектива принимают решение ставить бомбу на точке А. Бомбу уже заходят, откидывается Молотов, знает, где его оппонент. Но тут перестреливает, должен Тафик, все он и делает, но... ХП не позволяет, и Шотинг просто сграет в молоте Шотинга. Тут же уже э, Кливи сделает минус по Китанову. Остается ситуация в 3 в 1. Один Кива должен тащить этот раунд. Как это сделать, я не знаю. Парень попытается кого-то привести. Убить кого-то, перестрелять. Если Кливит сейчас делает ошибку, Гива может выйти и дать ему хэдшот. Что, в принципе, и делает. Он делает минус по Кливицу. А ситуация 2-1 бомба тикает. Киты есть. Возможно, возможно, Кива просто садится дефьюзить на морозе. Но нет. Попытался все-таки немножко забузить э -э киты. Попытался выйти, сделать киллы. Но тут террористы особо даже и не парили. Взяли и убили своего оппонента. Седьмой 24. раунд, седьмой раунд по счету, да, все-таки, все-таки парень плашал с дефузами, мог бы попытаться задефьюзить, если бы сидел на бомбе до самого конца. Теперь же седьмой раунд, четвертый поинт уже у команды NG Gaming есть буст э, по Фениксу, Феникс, может парень остаться попросту без головы? Тут же есть первый килл этого парня, китанов погибает, необходимо хлопа для этого парня, но кливик уже на подстраховке в ангаре, пока что никого не заметили. Афикс и его тиммейт есть уже поджим, тоже Бронсон делает килл по Фениксу, ребята подбирают АВП своего попавшего оппонента, АВП, Кливик, два килла, ну что ж, Данила и Гива вдвоем против четверых своих оппонентов, и Данила погибает от шутинга. Я заметил Бронсон именно в важных моментах, когда он с АВП остается, допустим, один на пленту А, или вот как сейчас подсадки с АВП мог отыграть красиво, но вот чуть-чуть не доиграл он э, сейчас на самом деле. И тут же э, NG Gaming ставят паузу. Непонятно зачем, непонятно почему, но ребята решили, видимо, что им нужна она. Но тем временем, Кливит пишет, что это техническая пауза. Ожидаем конца. Да, техническая пауза, ТС упал у ребят, но ничего нельзя с этим поделать, бывают различные ситуации, главное, что он упал не посреди раунда. Восьмой по счету готовы будут разыгрывать коллективы между собой, что касаемо статистики у команд. Посмотрим мы на табуляцию Китанов 6 на 4, Гива 6 на 3, 3 к 4, прошу прощения, Данила 4 на 6. Тафикс 2 на 7 и Бронсон 2 к 6. Ну, а у G Gaming все немножечко получше. У Unkaин 7 к 3, у Кливика 5 к 3, у Lexter 8 к 3, у Шутинга 5 к 5, и у Феникса 2 к 3. Тем не менее, еще коллективы не исправили свою ситуацию с Team спиком Команда NG Gaming. Ждем мы. Изменений в чате от них ждем. анпауз И также этой самой паузы атаманы должны также воспользоваться, поскольку парни отдают уже на целых 3 поинта своему противнику. И если NG Gaming возьмут для себя сейчас 6, тогда 7-8 также может уйти в копилку данного коллектива без особых проблем. Важно, атаманам сейчас делают то, что они умеют лучше всего перевязывать игру, навязывать ее, свою игру для NG Gaming, э отыгрывать максимально что невозможно, и также Бронсону подключиться вместе с Тафиксом. А то, ребят, по 2.6, по 2.7, 7 Ну не отыгрывают они сейчас. Конечно, сказывается, усталость команд, потому что, как я понимаю, NG Gaming долго отдыхали, да? Да, вот здесь же парни ждали, если не ошибаюсь. Минут, наверное, 15-20 поскольку закончили они матчи намного раньше, но тем не менее НГ Гейминги себя здесь показали, показали довольно-таки неплохо. Атаманы Атаманы отдыхали, вот в этом и была вся, наверное, проблема, как ты уже подметил. Все-таки, все-таки необходимо включаться на каждый матч, будто он для тебя последний. Ведь действительно, если парни сейчас не побеждают, тогда он для них и будет сегодня последний в этом турнире. Ну, NG Gaming э, палят свое ТС, как мы видим. Придется менять им свой ТС, потому что ребята из Атаман могут сыграть нечестно и просто подслушивать себя, кинуть туда. Ну, я не думаю, что такое может произойти. Как минимум создать новую комнату, обновить пароль, и тогда уже все будет под контролем у этих ребят. Восьмой раунд. Пауза будет сниматься у нас буквально через пару секунд, поскольку две минуты на таймере уже должны подходить к концу. Есть АВП у Данилы. Это очень важно, поскольку сейчас ребятам не хватает своего снайпера, своего лидера, который будет давать первые килы. Но и тем не менее, необходимо NG Gaming также давать себе полный отчет о том, что экономика не резиновая. Да, в случае чего закупиться еще один раз, они смогут без экономического раунда. То бишь 5-3-5-4, а вот потом только лишь эко. Отдавать на временную ничью не самый приятный момент. Соглашусь с ними, но тем не менее. Все может произойти. Пауза снимается и смотрим за тем, что парни будут делать. А у нас опять же пауза. NG Gaming. Две паузы буквально в одном раунде. Довольно странное решение. Ну, видимо, не решили они свои технические проблемы, однако для атаманов это же лучше, все паузы NG Gaming уже истратили, если что, атаманы смогут запаузить два раза что даже очень может помочь в случае камбэка NG Gaming и вообще если нужно какие-то фишки обдумать э, с командой, тогда в принципе у них на это будет шанс, вот действительно. Что ж, пауза уже снимается, вторая пауза у нас продлилась не так-то уж и долго, но тем не менее она была и это факт. NG Gaming уже остается без пауз, играть парням еще по максимуму 22 раунда плюс возможные допы. Надеюсь, что их не будет. Анкинд готов к работе в восьмом раунде. На карте Дэкш, дорогие друзья, есть буст. Тут же пока что. Пока что Данила работает. И АВП атаки попросту в просоне. Феникс. Феникс, дружище, не должен работать. Есть килл. Проходит. Парень дальше. Второй. Второй, увы, не забирает. Тафикс! Тут же закопал. Кливика. И ситуация 2 в 4. Да. Серия разменов была не в пользу NG Gaming, поэтому сейчас им нужно решать. Что ты подметил, когда была пауза? Сейчас они отдают еще один раунд, следующие атаманы еще один берут, и уже будет экономически. Поэтому сейчас, как я думаю, NG Gaming лучше засейвить. Допустим, в шутингу точно нужно шейть, у него всего лишь 600 долларов, а Лекстер может и попробовать огрызнуться. Да, но что ж, уже видели мы с тобой подобные ситуации, когда брали складчи 2 в 4, 2 в 3. И, в принципе, этот раунд может стать таким, вот знаешь, довольно-таки не исключением. Лектор и его тиммейт. Ребята на одной позиции, готовы работать, но тут же есть АВП, АВП работает, Китанов забирается, АВП Лекстера, бомба, бомб, керри, открывается также шутинг, и это минус второй игрок. Китанов, 3 кило в этом раунде, парень молодец, свое АВП он реализовал уж очень даже хорошо, но все-таки, все-таки девятый раунд по счету и NG Gaming. Будет ли у вас шестой поинт или же время на ничья? Все зависит от этого раунда теперь. В принципе, если даже бомба будет стоять, денег на следующий раунд будет очень мало, поэтому этот раунд нужно брать для NG Gaming. Посмотрим, что эти ребята будут делать. Пока что бомба остается в нейтральной позиции. Будут вычислять, будут слушать, будут стараться работать от минуса. Но тут же Тафикс. Ребята попросту принимают решение заиграть на мидле, забрать его под свой контроль. И это очень даже правильно, поскольку отдавать мидл своему противнику это не самое актуальное решение, впоследствии чего атака может уже разыграть абсолютно любой раунд, ведь контроль мидла всему головам. Тафикс ждет своего оппонента, Анкинд пока что не торопится действовать с бустом, ведь все игроки понимают, что поспешить и людей насмешить. Именно об этом сейчас и говорится. Тафикс делает килл по Лекстеру, дальше работает по Анкинду и это уже Минус 2. Да, ребята, сейчас оплошали, Просто попытался выйти на размене с буста игрок команды инчи Gaming, но не получилось. Тут же Тафикс уже делает минус 3. И это еще хедшот по шутингу. Парень сейчас разнесет всю команду террористов. Ребятам нужно теперь точно сейвить. Вариантов больше никаких нету. Ну, посмотрим. Понимают, конечно же, это атаманы и будут чуть-чуть уже подкушивать. Да, понимать это, конечно, очень даже хорошо. Но тут же Кливик закопал Данила. Разобрался со своим оппонентом. При этом всем Китанов. Китанов, э, парень понимал то, что позицию могли поджимать. Сместился на нее очень даже быстро. 15 секунд остается у атаки. Уже всем становится понятно, то, что ребята не будут выходить на А или же Б сайт. Сейв девайсов. Э, все довольно-таки актуально. Все очень даже грамотно. И игра, понимание игры в целом на уровне. Соглашусь с тобой, все понимают, все просчитывают, но пока что камбэк от Ataman eSports, уже 4-5 на табле мы видим, есть АВП у Феникса, посмотрим, сможет ли он реализовать в этом раунде. В принципе, сейчас ребята работают только от Калаша и от АВП, три Глока, посмотрим. Ну что ж, сейчас же у нас Три глока, один АК-47 АВП и тонна флешек Которые будут раскидываться По позициям, начинается полноценный Раскид Гива, Гива не понимает Где находится его оппонент, заметил ногу Но не среагировал на нее При этом всем в мидле работает Шутинг, у шутинга всего лишь один глок Против него Тафикс АК-47 И вторым армором Атака пока что захлебнулась. парни скорее всего Будут выходить на вторую волну На байсайде лежит сволк и ждет все ждут флешку от Анкинда. Ну что, террористы очень медленно играют. Ребята очень боятся сделать какую-либо ошибку. Лекстер будет переходить сейчас на Мидл. Возможно, сейчас Тафикс это словит, но нет, не попадает, не попадает по своему противнику. Уже понимает, что Тафикс здесь, красивая флешка от него, успевает уйти, но и сам себя флешит. Вот это есть проблемка для Тафикса сейчас. Могут выйти в Мидл и его запушить. Но вроде бы террористы собираются выйти быстро. Тут Шутинг перестреливает Тафикса. Все, начинается крупномасштабная атака на. А. Остается тут всего лишь один бронз. Слишком открытая позиция. Берет тайминговую гранату, к сожалению настолько тайминговую, но выживает. Выживает. И тут же Кливец кидает гранату. Минус Бронсон. И Данила делает красивый ноуско. No ну, тут не залетает Кливец, делает минус по Даниле. И также Китанов разменивает на Кливеца. Ситуация в 2-2. Бомба лежит на сайде, не стоит. Ай-яй-яй. Ну что ж, здесь у ребят, скажем, откровенно игра не задалась. Можно еще все исправить. Лектор! Лектор! От тебя-то, дружище, все и зависело в этой ситуации. На сайт будет лететь, сломя голову. Но нет, все-таки принимает точнее, играть более аккуратно для себя. И десятый раунд снова уйдет за командой Атаман Е-спортс. То, о чем я говорил. Временная ничья. Сейчас же будет экономический или же закупятся под АВП. Вот в чем вопрос. Денег есть на полную закупку, только у шутинга он Анкайда. У Феникса и Кливица нет, я думаю, это будет, ну, ж диглы, арморы, возможно, такое, чтобы было Next. Ну, нет, все-таки смотри, Кливиц делает бай. Э, нет, ребята раскидывают дропы, будут стараться делать на максимальный... Максимальный бай на все деньги, которые есть, и если они проиграют это, денег на следующий раунд у ребят больше не будет. Но опять же, опять же, Анкин мог бы закупить для себя АК-47. Тут же Вавер погибает. Лекстер. Лекстер уже минусуется. Один хп остается у шутинга. У ребят из команды NG Gaming выявляются огромнейшие проблемы. Атаманы. Атаманы включаются в борьбу. Неужели они смогут дать о себе знать Бронсон? Расправляется с Анкиндом. Шутинг по-прежнему однохэповые, а вот кривик и Феникс. У ребят, по 100 хп, но тем не менее шансов показать себя довольно-таки мало. Бомба одна перетягивается в мейн, и остается там одна. Ну нет, все-таки решает уйти. И тут уже в спину Данилка заходит, и до свидания, Феникс. Остается всего лишь... Бомба лежит в мейне. Остается два игрока атаки. При этом у шутинга один хп, и что-либо он сделать уже не сможет. Тут Гива выходит и делает минус. Тут же Кливец уже сделал минус по Даниле. Есть информация, где последний. Ого-го. Ну что же, что же нам покажут? Кливик последний, как ты уже подметил, ситуация для него вообще неиграбельная, абсолютно, то бишь здесь остается только лишь дожидаться своей участи или же попросту попросту сейвить свой девайс. Вот два варианта поворота событий. Кливик решил натопать. Кливик! Тебя обнаружили уже, дружище! Но, тем не менее, спину не прочекал. Трафик, стафик. мог бы делать даже и килл с ножа. 6-5, атаманы выходят вперед. И снова пятерочки в чате. А паузу-то уже -то и ты не взять. Две потеряли, к сожалению, они когда были проблемы с ТС, -ом. и придется играть, как играли. Берут пистолет, пистолет и денег нет. Пойдут быстро под Б. Ну а теперь же. А теперь же у ребят должно все получаться. Поскольку такая, знаешь, ситуация, когда или ты соберешься, и возможен камбэк, или же отдавать до самого-самого конца. Тут же и даже Тим Килл шутинг Анкинда. Далее Данила работает по шутингу. Все очень хорошо у этих парней. Данила работает, друзья мои. Это седьмой раунд за атаманами. Да, проблемки сейчас были у NG Gaming. Попытались выйти все вместе. Снайпер хорошо отыграл. И вообще очень тимплейно, ребята, из Атаман Эспорт. Вышли вместе все и переубивали ребят с пистолетами. Ничего против этого NG Gaming не могли сделать. Но, в принципе, пистолетный раунд и был рассчитан на то, чтобы быстро либо умереть, либо поставить бомбу. Другого не дано. Другого абсолютно не дано. Тем не менее, Феникс и его тиммейт. Ребята готовы браться в 13-м раунде. Первая половина карты Дэкэш. Что ж, Китанов, Китанов, ждем мы от вас киллов, ждем мы от вас реализации своих позиций, и Атаманы, Атаманы, ес, yes. парни понимают, что от них требуется, и Гива, главный атаман своего коллектива, работает по шутингу, есть килл в этой ситуации парень отработал довольно-таки грамотно, Китанов находится на тройке, Китанов. Пока что не торопится никуда. Откидывается флешка также и от Ну, что сказать? Что сказать, дорогие друзья? Парни играют здесь довольно-таки актуально. Все взвешено, все грамотно. Откидывается флешка Анкинд. Успевает уйти за угол. Парень не в фуллбанде. А вот Данила меняет свою позицию. Контртеррористы очень стали опять закрытую. 2 на A, 2 на Б. И все-таки на мидл перетягивается Данила. Не видел своего оппонента. На меду так его и там и не было видно. Лекстер уже заходит под буст. Заход уже организован от террористов. Но тут справляются. Атаманы очень спокойно справляются с атакой от NG Gaming. И восьмой раунд в камилке у атаманов. Остается один Лекстер, который постарается... Ну, уже ничего не постарается, так как он умер. Только лишь один Данила потерял в этом раунде 6 хп, то бишь особо парни из атаки в этом раунде себя не показали, ребята вовсе не повоевали. И это, это является тому явным подтверждением. 14 раунд. Готовы ребята показывать. Готовы ребята показывать нам, что же они смогли заготовить в таких-то условиях. И напоминаю, что уже сейчас атаманы забирают в свою пользу. Шестой раунд к ряду. Уже камбэк хороший такой сделали ребята. При этом эко по экономическому плану у контрсириста все в порядке. Уже раскидка происходит. Атенчик гейминг. Бронза делает минус. Тут Китанов подключается, делает минус 2. Минус клеивицы Феникс. Делает минус 3. Уже по шутингу. Минус. Минус 4 делает Китанов в этой битве. 9-5 на таблоне мы видим. Атаман Еспорт берет седьмой раунд. Дают пятерочки друг другу. Очень хороший раунд. Очень хороший. Да, здесь же парни по простую работали словно в тире. Ничего нельзя сказать плохого. Но вот NG Gaming пока что со своей игрой оставляют желать только лишь самого лучшего. 15 раунд. Последний раунд. Первая половина на карте до кэш. Возможно, атаманы смогут додавить своего оппонента только лишь после смены сторон. Или же NG Gaming. Наконец-таки. Наконец-таки эти ребята проснутся. Пока что не имеем мы никакой информации. Только лишь богу известно. Бай, три калаша, один Галил и Юмпишка. Не самый лучший бай против двух АВП от атаманов. Попытаются в смог пропушить. Прям голову видит шутинг минус по Китанову. Гива сразу же разменивается. Неплохо. Видит ли он своего оппонента Гива? Не понимает, что его подпушил. Он кайт минус по Гиве. Заход на Б оформлен. Теперь только ретейк. Остается контртеррористам оформлять. Ситуация 3-3. 2 АВП. Тут же уже Тафикс делает минус по онкайнду. И Лекстер заходит в спину через Токсик. Палится. К сожалению, палится. Тафикс уже нацелен на своего врага. Бомба стоит и тикает. Данила делает минус. И также Тафикс продолжает. Минус по Лекстеру. 10-5. Да, 10-5 ничего нельзя сказать. 15 раунд имеет свое окончание. Статистика на ваших экранах. Китана в 16-5, Данила 13-11, Тафикс 11 на 8, Гива 8 на 5 и Бронсон 5 на 7. Что касаемо NG Gaming, тут же Кливик 9 на 10, Анкинт 8 к 11, Лексер 9 на 10, Шутинг 6 к 13 и Феникс 3 на 10. Ну что ж, команды поменяли стороны. Теперь посмотрим, как заладится игра у NG Gaming за сторону контртеррористов. Покажут ли они красивую оборону и смогут ли камбэкнуть 5 раундов. Посмотрим, посмотрим, камбэк необходим уж очень большой э, для NG Gaming, даже не то чтобы 5 раундов, 5 раундов это для начала тут же Бронсон, Лекстер, Гивай, Бронсон делает по фрагу, тут же ребята выдавят своего оппонента до самого конца, Атаманы, воу, Китанов с такими хэдшотами попросту на финалы, нужно выходить Китанов, еще один хедшот по Кливику и это 11 раунд. Сегодня китанов это хедшот машина на самом деле. Взяли один раунд атаманы, запушили NG gaming уже не зная, что делать, попытались удивить соперника, но атаманы готовы к любому повороту событий. И перестреливают своих оппонентов, берут э, пистолетку, теперь будут баи, а контр остается только покупать пистолеты и надеяться на чудо. Но теперь же, теперь же Тафикс и вся его компания, ребята понимают, что у них явное преимущество. Уже Анкинд остается красным, расправился с ним Китанов без особых проблем для себя. Но, тем не менее, шутинг, и тут же три игрока обороны Данила убивают Феникса постепенно. Один за одним ребята будут погибать, шутинг дал... Проснуться для Китанова. В тот, в свою очередь, погибает. Данило! Данила дал хедшот по Кливику. Шутинг тут же минусуется. Последний у нас в живых из команды NG Gaming остается Лекстер. Но и он долго не проживет. Лекстер! А как же так? Данила тебя не заметил, дружище. Ну, не заметил поплатился своей кровью, как говорится. И тут же Лекстер тоже не чекает коннектор на медо. И умирает от рук Бронсона, а точнее от его АК-47. 12 раунд в копилку Атаман, и это реально тотальное доминирование. Но, тем не менее, необходимо нам с тобой ждать первого девайсного раунда, поскольку именно после него команды смогут уже что-либо показать нам во второй половине. Пистолетный раунд является показателем. Ответный и экономический раунд попросту, знаешь, традиционная отдача уже для коллектива, который отдавал пистолетку. Но тут же агрессия в мидле. Ребята будут бороться до конца, словно тигры. Китанов в Лексера. Тут же полноценный развал. И 13-5. Если атаманы возьмут для себя 14 тогда это уже будет финишная прямая для них. Самый важный раунд для NG Gaming. Они покупают на все свои деньги. Проигрывая этот раунд, они проигрывают игру. Атаманы это прекрасно понимают. Они умеют подсчитывать экономику, как я вижу. И будут играть... Макс... Играет от трех юмпишек. Ребята надеются. Данила. Данила, ты уже делает минус. А тут же G под Б. Тут же под Б, ребята, работают довольно-таки неплохо. Тафикс чекает боковушку. Все очень хорошо. Все на высшем уровне. И ситуация 5 в 2. Да. Конечно, Три UMP-шки отработали просто себя на максималку. Тут же Китанов делает еще и минус по Фениксу. Прочекает ли он шутинга, который будут в спину на крысу заходить. Слышит своего оппонента. Дал информацию, что тот ушел на мидл. Ну что ж, остается один шутинг. Постарается засейвить свой девайс. Да, вот такие вот итоги этого раунда. 14-й уйдет за командой Атаки. Но тем не менее, то, о чем я и говорил, если эти парни смогут забрать для себя 14-й, тогда и 15-й будет не за горами. А соответственно, за 15-м и 16-й очень близок. Поэтому, как по мне, матч продлится у нас не более 5 минут. 14-й уже парни забрали. И ждем начала 20-го раунда. Ну что ж, Китанов на этой карте реально подключился. У парня 22 к 6. Это очень классная статистика. 48 очков. 5 MVP. А что у нас по NG Все плохо. Ребята не могут просто противостоять. Как я говорю, атаманы просто берут Дают свою игру, и никакая команда просто не может остановить этих ребят. Они дают пятерочки и разваливают. У Китанова, если я не ошибаюсь, статистика 3.6 по КДМ. Это очень топовая статистика. Китанов и вся его бравада Буду чекать здесь каждый уголок У NG Gaming нет экономики на начало следующего раунда Тут же шутинг получает по грибам Ребята проходят дальше Бронсон кел по кливику И развал, развал позиции Китанов Но не может эта игра продолжаться у нас бесконечно Все-таки свои фраги залетают в каждом раунде Анкинд поставил Поставил своего оппонента в неловкое положение Лекстер последний на Б-сайде И его участь будет нам уже известна одна куча-то известна, но может быть он еще один раундик-то поживет. И по семерочку засейвит. Полный комплект брони тоже засейвит. Разворачивается по таймингу. Его вроде бы заметил Тафикс. Да, Тафикс его заметил. И сейчас будут как муравьи на живое мясо на Лекстера. 15 раунд. Атаманы берут. Это практически последний решающий раунд для ребят. эти Гейминг сдаются. Как, мне, как я понимаю, уже на дизморали, ребята. Ну что ж, по поводу на дизморали или же нет, здесь я точно сказать не могу. Игра не пошла, это 100%. Сейчас же 21-й, Кливик Шутинг имеет у себя Норках Фомас и Анкин Феникс по кальту, Лекстер с UMP 45-м. Не, Бронсон не дает шанса Фениксу что-либо сделать. Тут уже делает минус. Однако шутинг пропушил Блудор пойдет дальше пушить к машине. И это не считают террористы. Возможно, сейчас шутинг сможет какую-то грязь навести здесь. Смотрим, смотрим за той самой грязью Данила, Тафикс, Бронсон Все раненые, Китанов также у нас очень сильно ранен Но тем не менее, Китанов убивает своего оппонента Есть килл по шутингу, ситуация опять в зоне карты 16 раунд за атаманами Будет попросту неминуемый Бронсон убивает Лекстера И последний у нас остается Кливик и дальше Бронсон не пушит, понимает, сколько у него хп, просто откидывает смоук, и Кливик просто заходит в смоук и убивает своего оппонента Бронсона, но его Гиви забирает спин. 16-5 на табле, атаманы выходят в финал. Поздравляем, ребят! Что ж, а мы, тем не менее, с Дмитрием уходим на небольшую рекламную паузу. Финал на ваших экранах будет буквально через пару минут. Не переключайтесь.